останови. Останови, дай полицию. Там большой. Какой огонь большой? Давай. Стёпкина. А что горит, ты не подскажешь? Мусор горит у нас так, вместе с резиной. Мусор, да? С резиной? Да. Давно начался пожар? Да ну минут 5-10, ничего не сделали. Давно вызвали пожарных? Ну, минут 5-7, наверное. Уже 3 раза не горит, говорят, резина, остатки резины и мусор. 5 минут назад загорелся, вызвали пожарных, пока. Да, столб, конечно, приличный вообще. Телефон не передается, но пламя огромное, жар аж здесь стоит. Пожарных пока не видать. Это улица Транспортная. Напротив вот Гаврюша, Корма и деловые линии здания. Тут на это остановить. Что-то, блин, сложновато будет. А вот пожарные приехали. Видно расчет. Первая пожарка. Наша часть. Городка. Город Балаково. Саратовская область. Ну, пока нет информации, Жень, по людям. Вроде вот две женщины, у которых я спрашивал, они сторожа. Резина горит с мусора. Сказали, что они как раз вахтеры на данной территории, загорелось. И они тут же сообщили, 5 минут буквально полыхает все это. Ну, клубец такой не слабый, да. Да, Сабина, конечно, ужасно. Ужасно, тем более для предпринимателя, который сгорел продукты. Сейчас попробуем смотреть, что там пожарный. Видно, нет? Блин, а рядом есть. Если вы видите, вот возле здания находится газовый коллектор, видите, желтая труба идет возле самого здания, так что, блин, это небезопасное все мероприятие. Видно, он пожарный ходит. Да, закурил. Да, вот с газом. Как обычно, пожарных воды не хватит. Да нет, 21-й они всегда с водой. Я с ними в рейды сколько ездил. Вон, видишь, газовый коллектор тоже он стоит. Да, да, а блин, вот я туда дальше проезжал, прям стоишь, это такой жар, да, прям конкретно. Жар, да? Вот люди говорят, что аж на смежной территории жара. Да, ну там продукция, резина, считай, сколько. Блин, что-то интенсивнее все это начинается. Он. Блин, люди бегают, там газ. Что-то как-то. Скорая, приехала скорая. Надеюсь, что без жертв.
Нет, как вроде бы сгорит за зданием, так похоже. Но поскольку жар, вот люди говорят, вот сейчас на машине подъехали, вот в соседнем, на соседней территории стоит жар, то, скорее всего, здание наверняка тоже уже подвержено. С газом, конечно, это опасно. Заработала пожарная машина. Растянули они, вон видно, сквозь решетку стоят. Это улица Транспортная. Все, кто спрашивает, это против деловых линий. Да, вон видно, струи воды уже пожарные начали заливать. Сейчас ребятам, блин, нет, не позавидуешь. Пойду с девушкой спрошу. Девчат, здрасте. Балаковский репортер канала. А вы подскажите, не вам данные не поступали же? Есть? Кто-то, нет, не поступало. Пока нет, да? Вы нет, просто как сами приехали. Да, на пожар. Ну, хорошо, видите, пока данных о жертвах и пострадавших нет. Да, но те, кто вживую смотрит, понятно, что с телефона это все не передать. Вон, видите, столб дым какой. Да, спасибо, конечно, Евгений, но что-то поближе мне не хочется. Для этого есть люди, кто занимается этим профессионально. Вот вторая машина приехала. Второй расчет. Видно, полной водой. Тоже с 21-й. Там вот видно, блин, газ. Горит резина и мусор. Ну, я так понимаю, скорее всего, остатки, наверное, резинотехнических изделий производства. Как, ну, вот сказали люди. Город Балако, Федор. Саратовская область. Да, что-то там уже начало взрываться. Наши ребята с пожарки, с 21-й. Блин, а вот пламя прям подошло вплотную к стенке, где газовый стоит распределитель. Да, блин, сейчас нашей сборной играть через час. Такой сюрприз, блин, пожарным всем жителям Балако. Блин, вот столб огромный вообще. Вот видно, то ли руководитель предприятия бегает, ругается, обесточили, не обесточили там объект. А что вы ругаетесь? Пожарки действительно быстро. Первая машина приехала, она уже в течение минуты раскатала рукава и стала заливать. Я с пожарниками тогда целый день с 21-й частью провел, и как бы так хочу сказать, что, ребята, это вот нифига не легкий труд в жаре вот в этой всей спецодежде бегать. Вот, да, вторая машина. Первая стоит уже внутри, она давно заливает. Пламя видно вот уже там. То ли его сносит, то ли. Да. Но это надо отдать должное, еще когда заливают водой, пламя начинает сопротивляться. То есть вот такой эффект обратный возникает. Больше клубов дыма.
Это район улицы Транспортной, напротив офиса деловых линий. Так, вот второй расчет пошел на территорию. Наверное, у первого расчета вода уже заканчивается. Интересно, есть ли на территории вообще пожарный гидрант. Всегда, когда химия горит, резины, полимеры какие-то, блин, надо как тушить. Едет штаб. Ну, хочу сказать, пожарные очень быстро прибыли. 5 минут. Нет, это не Халсим. Что-то уже там металл трещит. Смотрите, если видно вот на камере, ну, наверное, вряд ли, от бетонной стены, где вот газовый коллектор стоит, компенсатор, то уже газовая труба обуглилась. Сейчас что-то хорошего ничего не будет. Идет аж дым от бетона самого. Да, пожарным надо отдать должное, моментально отреагировали. Сильно горит, потому что полимера, резина, обрезка. Ребят, не подходите, здесь газовая труба, видите, в пламени. Не надо туда ближе подходить. Нет, это не за маленькой трубы. Большая там взорвалась? Да нет, резина горит. А, резина? Да. Резина горит. Ну как у вас? А это резина такая. Вы по каким работаете? Что, реально такой муж? Так, ребят, уйдите, действительно, уйдите. Ладно, ребятня. Видишь, газ, вот желтая труба идет. Конечно. Пока неизвестно, из-за чего начался пожар. Ну, как всегда, наверное. Что? Мусор, складируемые отходы, жара, окурок или еще что. Да, газ что-то, блин, сомнений вызывает вообще. Юлия, наверху в комментариях указали, город Балаково, Саратовская область.
Ну а что не переживать, если труба перегорит, ну взрыв, наверное, не будет, ввиду того, что все-таки проточка, а не коллектор там какой-то. А пожарным сейчас добавят дополнительно, надеюсь, перекрыли газовую трубу. Улица Транспорт. Ну, до конца, не до конца, не знаю. Мне сейчас надо ехать чемпионат мира снимать. Да, там загорело, а пламя, он видно, перекинулся дальше. Перекинулся дальше уже. Пока, походу, продвижек нету. В нашем направлении нет, запаха нет, потому что весь клуб дыма уносит в сторону РТИ. Если сюда ветер поменяется, то, конечно, будет. Вот приехал наряд ППС. Всех зевак выгоняет. Да, все, наверное, силы сейчас активизированы. Давно такого, конечно, не было. Последний пожар у нас на улице такой серьезный был. Шевченко и Тарнавской. Нет, это не гараж, это скорее производственное помещение. Вот едет еще одна пожарка, 21-я часть. Новые уже пожарные машины. И расчеты. Ребята уже экипированные там. Да, они вот с той стороны сейчас будут проливать. Ребята, уйдите оттуда, уйдите, говорю, газовая труба стоит. Я понимаю, что у вас чувство самосохранения еще нет, но родители пожалеют. Что тут это сгорело? Резина горит. А тут никто не сгорел? Резина горит? Да. А тут никто не погиб? Ну, скорая, говоришь, нет. Пока нет пострадавших. А здесь нет телевидения? Я телевидение. Меня не надо снимать. Да, мамка по жопе даст. Ага. Ну. А меня нет. А ты уже попал в кадр, так что это, выйди. И меня? И ты тоже. Меня мама не будет, она даже меня похвалит. Угу. За что она тебя похвалит? За то, что ты возле газовой трубы на пожаре бегаешь? За тебя похвалит. Они заберут. Конечно. Да, но это не больше, это они льют воду и, соответственно, с полимерами связывается вода, происходит такой обильный. Я не знаю, но я у женщины спросил, когда подъехал, прям началось полимер какие-то, то резина остатки, то резина технического производства, да. Смотрите, сколько там. Но у вас точно не поступал, да, под этих пострадавших? Ну, вроде они тоже сказали, что пострадавших пока нет, да. Да, мы такой вот в Волгограде видим. Это пожар, обычно дым, это задымление, это прям трубы, химия. Ну, резина, да, химия. Шкалало мелкое. Ребята, уйдите оттуда! Все, посмотрим, еще одна машина откуда пошла. Наверное, с другой стороны на территорию проехали, с другого конца тут.
Так, аварийно-спасательный приехал. Газовики. Посмотрим, как они среагируют сейчас. Газовая служба, что-то вообще рисковые ребята такие. Нет, что-то уехали. Так, они, наверное, поехали до следующего вентиля включать газ. Так, что-то расчет. Тронулся один 21-й части. Угу. Инспектор, по-моему, подъехал. Пойду я у него. Нет, сбежал. Попробую оперативную информацию узнать какую-то. Здравствуйте, Александр Балаковский, репортер канал. А у нее нет какой-то оперативной информации? Что говорит? Пока нет. Пока нет, да? Ну, снимать нас не надо. Ну что, выше повтор. Между делом. При использовании, при исполнении. Инспектора сами ничего не знают. Что у них через пресс-службу? Нервы зашкаливают пожарный. Ну, вроде бы. Хотя не сказать, вроде бы что-то поменьше, но это не точно. Пожарные через забор пошли с лестницы. Наверное, хотят в очаг возгорания раствор направить. Блин, ребятам не позавидуешь. И вот все, кто комментирует потом действия экстренных служб пожарных, вот посмотрите. Полезли бы вы туда сами, рядом с газовой трубой. Реально риск для жизни прямо. Да, раствор прям туда сейчас на очаг возгорания. Блин, сейчас шипу будет, наверное, и дыму. Интересно, как на все это раскаленная газовая труба среагирует. Надеюсь, газовики уже перекрыли.
Едет еще один пожарный расчет. 15-й. 15-й это у нас, по-моему, от Крузгидро относится. Вот какой-то взрыв раздался. Да, пожарные через стену заливают вот очаг возгорания. Блин, ну ребят, конечно, стальные, не скажу что. Газ не знаете, перекрыли? Перекрыли, да? Все-таки резина, да, горит? Это остатки? Мусор, да? Остатки производства какого-то, да? Отходы. Блоковский репортер, канал. Почему? Пожарные дадут потом. Пожарные дадим. Ну и пожарные мне дадут потом. Так как. Да, потому что мы. Ну понятно это. Как. А где там взрывается? Да кто же узнает? Может, баллон? Где там взрывается? Баллон? Баллон не так. Бочки, может, чем. Да, что-то пламя усилил здесь. Да, похоже на бочки. Спускает дальше. Как иду. У меня трое детей, зачем мне туда ходить? Есть для этого люди. Или вот с корочкой СМИ можно пролезть хоть в морг. Голова должна быть.
сюда не надо заходить, на территорию. Вы не ругайтесь, пожалуйста, я же вам тоже федеральное законодательство не читаю. Мы не ругаемся, но на территорию нельзя заходить. На самом деле можно, вы не правы. Да. Это частная территория, вы все равно не правы. Вы видите, пожалуйста. Девушка, вы не спорьте, пожалуйста, со мной в плане законодательства и средств массовой информации. Да. Да. Нет, когда вот в любое время, вот когда у вас обычный рабочий процесс, я не имею права заходить без согласования. А когда идет чрезвычайная ситуация, например, или, важные события для города или угрозы людей, то имею право. Так что, зря. Малый, быстро отсюда, говорю. Быстро. Главное, идем сюда, пойдем. Да, но он с правой части все равно пожар усилился. Видать, взорвались бочки какие-то, то ли с остатками там каких-то смолистых веществ, либо еще что-то. Знаете, что горит? Резина, говорят. Как всегда, собралось немало зевак, помимо спецтранспорта, куча автомобилей. Вот главные репортеры стоят на стреле крана. Да, транспортный коллапс образовался. Ну вот так издалека все это. Ладно, вынужден прекратить трансляцию. Нужно ехать на другие съемки. Здесь, я надеюсь, пожарные уже устранят все. До свидания.